400, 15. Я чувствую электрическую волну, которая сходит от Михаила, потому что он готовится к весу 415 килограммов. Были люди в наше время. Почему были? Еще есть. Один из них — Михаил Кокляев. Россия. Обратите внимание на глаза этого парня. Шальные глаза. Он не верит, что такое возможно. Вот так, Миша. Вот это он вставил 422.